Очень приятно вас всех видеть. Сегодня я играю для вас. Приятного вечера. Звуков струнный шелк. Под таким названием прошел инструментальный вечер Ульяны Багунц. Это был вечер высокого мастерского искусства и прекрасной музыки скрипки. В концерте звучала разнообразная музыка. Это и современные композиции, музыка из кинофильмов и классические произведения. Ульяна Багунц родилась в Киргизии, в городе Бишкеке. Папа был пчеловодом, а мама – педагогом по скрипке. Именно мама привила дочери любовь к музыке. Эта скрипка досталась мне по наследству от моей мамы. Вы видели из ролика, да, что она тоже училась на скрипке, она выучилась на этом инструменте. Долгие годы работала в ансамбле, преподавала, то есть это ее инструмент. И вот настало время мне продолжить этот путь с этой скрипкой. И вы знаете, так как у нее нет маркировочки, мне захотелось дать ей имя. И эту скрипку зовут именем моей мамы, Таисия. Ульяна Багунц служит в Красноярском камерном оркестре, который является постоянным участником международных фестивалей в нашей стране и за рубежом. В этот вечер не смолкали аплодисменты и восторженные крики зрителей «Браво!». Директор районного дома культуры «Янтарь» Владимир Смолин также присоединился к поздравлениям талантливой скрипачки Ульяны Багунц. Она умеет зажигать и других людей, и все, что она делает, делает это с особым вкусом, трепетом и большим желанием. Творческие планы Ульяны Багунц на будущее – это развитие, новый репертуар и большая сцена. Начало уже положено. В богучанах творчество талантливой скрипачки любят и ценят. Эмоции очень такие приподнятые, потому что для богучан это очень высокий уровень. Прямо я приятно очень так удивлена. Здорово. Спасибо большое. Уже ее знает город, и уже она здесь состоялась. Да, прекрасно, что она там играет в оркестре, но здесь она открылась с другой стороны. И вот это вот желание вот организовать танцы, она прям вот здесь расцвела как творчески. Это был первый инструментальный вечер Ульяны Багунц в Богучанах, и прошел он с большим успехом. Создать этот концерт ей помогали многие творческие коллективы и музыканты школы искусств. Вообще концерт мне давно хотелось сделать, хотелось что-то показать, что могу, что мы можем сделать совместно с другими коллективами. Я думаю, что это очень хорошая идея, не просто одна скрипка играет, а именно с творчеством, с танцами. Хорошо было бы еще художников привлечь, тоже есть очень хорошие идеи. На самом деле сочетание разных стилей – это всегда интереснее. Вообще эмоции, конечно, смешаны. С одной стороны, мне очень прямо хотелось что-то показать, сыграть. Но тоже волнение, и были ошибки, где-то недочеты. Но это все человеческий фактор, это все мы все люди, мы все живые. Очень рада, что публика такая отзывчивая. Мне очень приятно было видеть много знакомых лиц. И очень тепло принимали. И надеюсь, что в будущем у нас будет хороший концерт. Звуков струнный шелк надолго останется в памяти зрителей. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны».